Здравствуйте! По многочисленным просьбам наших подписчиков, сегодня мы рассмотрим компактный двухконтурный настенный котел Baxi Eco 4S, который является одним из последних релизов данной компании. Итак, поехали! Данный прибор поставляется в Россию уже более года и успешно зарекомендовал себя как и среди потребителей, так и специалистов. Этот экземпляр нам любезно предоставил наш основной поставщик оборудования, магазин Миргаза. По дизайну лишь мелкие изменения. Центральная часть панели стала светлее, кнопки остались на прежних местах. Перед вами верхняя часть котла. У нас модель с закрытой камерой сгорания. Соответственно, мы видим место для присоединения коаксиального дымохода и лючки для монтажа раздельной системы дымоудаления, в зависимости от условий эксплуатации. Штуцер для взятия проб продуктов горения. 6-литровый расширительный бак с золотником для его подкачки. Не забываем это делать раз в год, желательно перед сезоном. Переходим к низу. Расположение гидравлических подключений стандартное для котлов компании Baxi. Подача, выход горячей, вход холодной воды, обратка системы, механический манометр, предохранительно-сбросной клапан на 3 атмосферы. А вот сливной кран и кран подпитки системы кардинально отличаются от серии Кафор и выполнены теперь, как в большинстве европейских аналогов. Что ж, снимем крышку и посмотрим, что внутри. Демонтируем изоляционную панель. Открываем крышку камеры сгорания. Пневмореле располагается здесь. Мы тем временем извлекаем вентилятор. Здесь применяется турбина польского производителя FIME. Добрались до первичного теплообменника. Изготовлен он из меди, покрытой специальным антикоррозионным составом. На нем расположен датчик перегрева теплоносителя. Итак, вернемся к горелке. На ней расположена свеча розжига и контроля пламени. Подачу газа на нее осуществляет газовый клапан. В
данной модели используется газовый клапан Honeywell. Обратные и подающие гидроузлы выполнены из композитных материалов, на которых расположены датчик температуры ГВС, предохранительно-сбросной клапан, датчик минимального давления. Датчик протока ГВС, кран заполнения системы, трехходовой клапан с сервоприводом, насос Grundfos с автоматическим воздухоотводчиком, а датчик температуры теплоносителя находится на медном патрубке подачи. Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали с производительностью до 14 литров в минуту. В данной серии котлов используется плата компании Bertelli. Включаем котел. Как вы видите, управление ничем не отличается от котлов Экофор. Кстати, подробный обзор на него вы можете увидеть у нас на канале. Чтобы быстро его найти, кинем ссылку в описании. Шина OpenTherm на плате данного котла присутствует, а это значит, что к нему есть возможность подключения интеллектуального термостата типа Zond H1B, что значительно расширит возможность управления удаленно. Придраться здесь не к чему. Бакси держит марку. Стабильность и качество, как всегда, на первом месте. За это ставим 5 спецов. По моему мнению, этот котел будет актуален еще не один год. И вполне заслуживает звания «Котел года 2017». Signore e signori, viene premiato il premio Caldaia Gas dell'anno. Ladies and gentlemen, the Warren Gas Boiler of the Year is awarded. Дамы и господа, награда газовый котел года вручается. Компания Бакси. Котел Эко 4S. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Если понравилось видео, ставим лайк. Также делимся своим мнением в комментариях. Ответим на все интересующие вас вопросы. До свидания!